хорошо. Так, все, испекла я. Так, это видео решил снять. От шорты тоже стоишь. На улице мороз. Вот такие вот получились. Я говорил, 3 яйца, 1/2 кило муки. Я граммчик оставила тут Эмилю. 1 грамм сама покушала, 1 грамм дала кошкам. 1 миллиграмм всего лишь. Потому что я всем делюсь. Чего бы я ни готовила, хоть там у меня колбаса, хоть фарш, хоть котлет. Это. Я и мам там часто что-нибудь угощаю, она меня угощает. Короче, она что-нибудь тащит всегда. Я говорю, мам, да иди. Нет, нет, возьми все. Это. То там, я там, если что-то готовлю, тоже иногда там, ну. Вот. Таскаемся, короче. Ну, как-то вроде одно это жрать, как говорится. Неудобно. Вот, если уж что-то там готовишь, если она там берет. Вот раз вот ей щи понравились, которые я готовила, это какие-то. Я не ожидал, кстати, тоже. Когда у меня осталось еще, я тушила кабачки, там грибы. Вот. И потом у меня. Я стараюсь, чтобы мне ничего не пропадало, я это. Эти кабачки и грибы туда в щи, когда уже варила в конце, вот, где-то за 5 минут до готовности, я туда добавила. У меня осталось немного. Вот. А щи всем зашли, ну ура, мы их 2 дня ели. Даже Эмиль говорит, мам, щи супер вкусные. Вот. И баба лежу, говорит, ну мама тоже похвалила это. А, ну и еще взяла потом, тоже понравились ей. Вот, блинчики вчера, она говорит, вообще, говорит, необыкновенные. Вот. Это. А вот сегодня решила это. У Эмиль спросила, Эмиль, что хочешь, может, это, блинчики с яблоком, корицей. Это, у меня там яблочко есть, пару штук. Вот. Это, есть там денежки немножечко, я говорю, это, может быть, корицу купить и блинчиков испечь с яблоком, корицей и с творогом. Потому что вчера были, как его, с картофелем, мясом и с капустой тушеной, такой сладковатой. Это, он говорит, мам, блинчики что-то надоели, давай сырники. Я говорю, ну давай, ладно. Вот. 1/2 кило творог, 3 яйца свойских, мука, сальцы, соль, ну капельчика, щепоточка буквально, сахар. Когда я готовлю, я прям буквально, чтобы не прилипали к рукам, чтобы я сначала шарик леплю, прям я это, прям беру маслица, тут даже вот заметно все в муке, это, с, как его, смачиваю и кончики пальцев, чтобы и сами это, руки маслицем, чтобы шарик катался, а потом в муке формирую, вот. Кошкам корм сегодня только за 15 рублей купила. Вот. Ну, ничего. Они вроде поели. У них там и блинцы, и с утра я им и картошку давала, фарш давала. Ой, эти, как их, котлеты и давала. Это. А я фарш. У меня уже голова кругом. Это. И водичку свежую постоянно наливаю. Вот. А корм Эмилию, это ходил за водой, говорю, возьми там кормик на 15 рублей. И это. Ну, вот такие вот. Классные, хорошие. Творог действительно натуральный, поэтому. Пусть они у меня не супер, как говорится, это ровные, но нормальные.